Hey, ребятки, привет! С вами снова, как всегда, Стас. И сегодня я сниму такой популярный тег под названием «Что же находится в моей сумке?». Ну, я думаю, ребят, вы у меня люди умные и понимаете, то, что это сейчас будет пародия. Я не снимаю такое говно. Моя сумка вот такого черного цвета, всем известной вам марки. И давайте же откроем ее, посмотрим вначале. У меня здесь есть отдельчик. И давайте же заглянем туда, что же я обычно ношу с собой. А тут у нас вот такое вот средство для полости рта, чтоб приятно пахло. Транспортная карточка, чтоб в школу ездить. Я ж в школе еще учусь. Там же у меня лежит просто какая-то неимовернейшая куча жвачек. Вот жвачка со вкусом жвачки, жвачка, которая осталась немножко со вкусом жвачки. Просто мятная жвачка с кофе-лайка. Хуба-буба со вкусом жвачки. Жвачки со вкусом жвачки. Ну и вот чуть-чуть мятная жвачка. Я вообще не люблю такие упаковки жвачек, потому что они выпадают. Вот вообще, вот я просто... Мания у меня на жвачке. Давайте же посмотрим, что у меня в основном отделе моей сумки открывается на данным образом. Я ее поставлю сюда, потому что у меня здесь, как всегда, очень много всего. И первым делом в моей сумке всегда лежат наушники Beats7.ru. Ой, наушники это марки Beats, а заказать такую же, только копию этих вот оригинальных наушников вы сможете на сайте beats7.ru по промокоду скидка 10% в описании. Это обычная Beats Tour. Что-то в этом. Клипса. Как можно вообще без музыки жить? Это же вообще музыка, это божественное явление. И, конечно же, музыку надо же слушать исключительно на айфонах и имеется. Дальше в моей сумке лежат просто куча солнцезащитных очков. Я вообще не выхожу из дома без очков. У меня есть вот такие вот солнцезащитные очки. Такие солнцезащитные очки. Разумеется, другие солнцезащитные очки, которые делают меня более стильным. Ну и, конечно же, на случай, если я пойду в кино, у меня есть 3D очки с собой. Всегда ношу с собой 3D очки. Почему бы нет? Всегда ношу с собой 3 пары минимум очков еще для зрения очки. Дальше в моей бездомной сумке располагается вот такой вот офигеннейший, просто давай камера, покажи всем, кошелек с Симпсонами. Вы же знаете то, что я люблю Симпсонов, да, надеюсь. Вот здесь вот деньги, не буду показывать сколько, это же секрет. Кстати, он сделан из бумаги. Дальше я с собой в сумке зачем-то ношу вот это вот глиняная дуделка. Конечно же, куда же без этого, я всегда ношу с собой минимум 3 пары чехлов на iPhone под настроение. Гомерчик, Adventure Time и из Швеции. Минимум 3 пары под настроение, чтоб менять. Дальше в моей сумке всегда располагаются минимум 2 пары одеколона. Это один это Blue de Chanel, а второй это Bulgari. И все они просто божественно пахнут, да. Все, я просто не покупаю они божественно. Зачем тратить деньги? То, что неприятно пахнет, разумеется, это пахнет... Это вообще и... Через колпачок воняет, несет вкусно, съесть аж хочется. Дальше всегда в моей сумке располагается вот такой вот блокнот для записи моих гениальных идей. Здесь даже что-то написано. Демография в Удмуртской республике. Это мои гениальные идеи. Вот здесь мои есть гениальные оценки, очень хорошие. Всегда ношу с собой, там, вдруг может кому-то расписаться, надо было подходить, надо было закрывать песочек, надо было расписываться. Ну, знаете, да, проблема там, современных людей. Дальше, если спросят, всегда в сумке есть свечка. Из Икеи с ароматом ванили. Вдруг апокалипсис, ребят, вот прикиньте, апокалипсис, а вы без свечки. Правда, еще спички неплохо было бы захватить, но это сейчас уже думаю, надо захватить еще спички. И свечка вот такая вот божественная просто, вот вообще, вот, ребят, ну, нюхайте, вот, да, нюхайте вы. Чувствуете, да, ой, вам тоже, наверное, сейчас очень грязная, да, противно. Конечно же, в своей бездонной сумке я ношу что-нибудь почитать на данный момент, это... Книга от всем известного, любимого ведущего Топ Гир Джереми Кларксона «Мои годы в Топ Гир
без тормозов. Просто вообще божественная книга, вот всем советую почитать. Кто не знает, Джереми Кларксон, ведущий Топ Гир, который недавно уволили, собственно, крылья грузные. Ой, несите мои платочки, сейчас слезы пойдут фонтаном. Джереми Кларксон, Топ Гир. Ну и то, чего вы, наверное, точно не ожидали увидеть в моей сумке, это трилогия «Властелина колец». Все три фильма, давайте я вам даже поближе это покажу. Здесь присутствуют, это прекрасно, божественно. Вдруг кому-нибудь там захочется провести, сколько здесь? Два часа. 6.5 часов, а у вас есть трилогия «Властелина колец», вы опять спасете весь мир, станете душой компании, если вы носите с собой трилогию «Властелина колец», купить можно добавить видео по ссылочке в описании. И нормальные люди спросят, неужели это все то, что я ношу в своей сумке? Нет, ребят, еще в своей сумке, вот даже сумку возьму. Я ношу свой лаптоп, компьютер, то есть. Куда же я без него, без своего любимого MacBook Air 13 дюймов? Современным курсом это все просто какая-то золотая жила должна быть у вас. Всегда ношу с собой. Стойте, мне нужно сразу видеть. Эй, покажи на свой MacBook такой, опа. Да, пожалуйста. Ну а первый выпуск пародийного шоу на популярных блогеров закончился. Я надеюсь, вам понравилось, что я эту кучу вообще собирал очень долго. И подписываемся, ставим лайк. Кто прочитал надпись «Требую GTA 5 на PC», я думаю, ну... Все же уже прекрасно знают, то, что она уже больше. Вот так. Выкинул стену за собой. Придурка. Дебил. Подписываемся, ребят, ставим лайки, поддерживаем меня в социальных сетях, Твиттере, Инстаграме, ВКонтакте. Там все просто, все про меня. И, ребят, я вас всех очень сильно люблю. Пока.